зажигают, пробуждают, создают философское настроение и радостное. Бодрят, в общем, по всем фронтам наступает. И так, с чем сейчас наступаем? А сейчас мы будем бороться против курения. С помощью песни, в которой присутствует факт курения. Но если вы прислушаетесь к словам, да, мы ее в шуточной форме сделали, что если будешь курить, будешь один. Ну давайте, поехали. А почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что я был в жизнь влюбленный. А все бегут, 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 а он им светит. А все бегут, 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 а я курю. Если бы ты знал, как мне жаль, вот если бы ты знал, как болит, а если бы ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, вот не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, а да, и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою вся одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Спросите, где стакан? А вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, да не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, а да, и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою вся одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая за основу. О-хо-хо-хо. Ты видел мою печаль в лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, а слышу, да не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина. Снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, взятая.
Сцены табакокурения, ну, как видите, дорогие друзья, ничему хорошему они не привели, поэтому бросайте курить, как было сказано до этого. Спасибо вам за шикарную песню. Скажите, как у вас эти вот эти плавные перетекания из разных песен в разные песни? Это правда здорово, вообще. Да. Вы знаете, этим мы отличаемся от, наверное, очень хороших многих команд в нашей городе, что у нас мы задействуем в одну песню штуки 2-3, делаем нарезки, делаем какие-то необычные каверы. Не просто вот там спели, да, Ваенгу, она замечательная певица, прекрасные песни пишет, а вот что-то свое еще чуть-чуть добавить, чуть-чуть оттуда намешать, поэтому мы и куча мала. Ну что же, правильно. У нас везет нашей Яне, которая постоянно на новости выходит под музыку, под музыку, то клипы, да, то же музыка. Мы можем сопроводить даже ее Яну. Еще пятница, получается, музыкальная такая. Прошу к нам, да. Как тебе вот эта зажигательная мелодия? Слушайте, ну я пока писала новости, на самом деле мой, скажем так, кабинет расположен этажом ниже, я все слышала, причем телевизор у меня был, не работал, и поэтому я слышала ту энергию, я слышала музыку, я слышала драйв, мне было круто. Вот, да, спасибо. Мы точно.